Второй день камерного фестиваля в Костомукше посвящен балету. Свою программу представит солист Большого театра Андрей Меркурьев. По моему глубокому убеждению, все самое интересное в театре происходит за кулисами. Возможно, сегодня артисты откроют нам свои самые сокровенные тайны. Недаром проект называется «Признание». Я очень рад, что мы смогли сегодня быть здесь и как-то насладиться и своим как выступлением как бы для вас, для зрителей, да, здесь, в Костомукше, и в то же время насладиться природой, вашим свежим воздухом, что очень важно. Наше время современное такое, да, которое вот очень быстро бежит, гаджеты, мы признаемся уже на этих гаджетах, мы прощаемся на гаджетах, мы уже забыли, что такое разговор, мы забыли, что такое настоящие письма, все становится какое-то формальное, поверхностное. И вот самопризнание, вот название, наверное, тоже от этого пошло, что давайте быть более открытыми, теплыми, уметь разговаривать, соединяться, быть вместе, объединяться. Потому что, когда мы вместе, мы сила, а по одному мы, к сожалению, очень слабы. Специально еще была приглашена пара из Казахстана, ребята, которые занимаются спортивными современными танцами, где тяжелые поддержки с хореографией, где артистка стоит на плечах, может быть, у артиста на ногами. Чтобы это было все, опять же, соединение вот этой вот классики современного и современного спортивного, скажем так, с элементами, может быть, и с цирком каким-то связанный, еще с чем-то. Вот мы идем потихонечку, развиваемся, наше признание развивается, поэтому мы проект приглашаем, чтобы не было чистой классики, чистого балета вот такого стопроцентного, а что-то еще новенькое.
меня первое – это музыка. И музыка, она мне дает заряд. Порой даже я не читаю произведения, потому что если правильно выбрана музыка и правильно поставлен спектакль хореографом, если он тебя донес, то, в принципе, я уже не иду, специально даже не беру произведение, не почитать, что, потому что, чтобы воплотить идею хореографа, что он хочет. Я не буду какие-то тайны открывать свои. Я скажу, что я вот приехал в Костомукшу и говорю, что я хочу здесь остаться жить. Человек, когда мне говорят, что ты будешь есть? Я говорю, не знаю, что, все могу есть. Ну вот есть пряники, вареники, блины, помидоры, все-все. Я говорю, ой, зачем вы перечислили? Я хочу все. Понимаете? Я не могу определиться, на чем, остановиться на чем-то одном. Если мне предложат одно, я возьму одно. Если предложат два, я возьму два. Если три, я возьму три. Поэтому я люблю все. И я принимаю все, потому что, ну... Мир большой, хоть он и маленький. Он огромный, но он тесный. Все равно вот думаем, что он большой. Поворачиваешь направо, идет твой коллега. Повернул налево, идет твоя соседка из квартиры. Думаешь, как это так вот возможно? Приезжаешь в другой город, встречаешь обязательно кого-то. Поэтому мир прекрасен. Надо радоваться и признаваться. Великолепно, великолепно. Мы очень довольны тем, что нам хотя бы вот в нашем небольшом городе удалось увидеть солистов Большого театра. Я сам из Москвы и в Большом театре не был, но теперь могу всем говорить то, что я видел солистов, ну да, людей, которые представляют его в разных городах. Ну и в этом городе мне он очень нравится, здесь очень хорошо. Ну правда было интересно? Да, очень, серьезно. Я не знаю, почему многие говорят, то, что балет – это скучно. Ни в коем случае. Мы уже не первый год ходим. И не скажу, что все 30 лет, как здесь, но часто. Каждый год абонементы и ходим. Это, по-моему, вообще всегда для нас праздник. Я считаю, что балет – это... Больше нигде, наверное, мы не сможем так увидеть всех вот этих артистов, которые приезжают сюда к нам. Очень рады.